Здравствуйте, Владимир Владимирович! Вас приветствуют жители и гости села Тюлюк. Уже 2 года мы создаем национальный парк Зигальга. И мы хотим, чтобы его центр расположился на территории нашего сельского поселения. И тогда у нас в Тюлюке появится музей истории туризма Южного Урала, лаборатория флоры и фауны, арт-галерея, мастерская сувениров и подарков, экологическая тропа на хребет Зигальга. Центр экологии и природы для детей. Пожалуйста, пойдем.